Приветствую всех на канале, это шоу «Безумный инвестор», шоу, в котором мы покупаем активы, основываясь на стратегии. Чтобы ознакомиться с ее принципами, посмотрите первое видео на этом канале. Закончился очередной торговый день. Индекс S&P сегодня подрос на 0,42%, несмотря на то, что открылся он гэпом вниз. В течение дня постепенно он восстанавливал свои позиции, и после того, как вышло объявление о том, что Министерство финансов США собирается дополнительно влить еще 3 триллиона долларов, индекс пошел в рост. Параллельно с этим сегодня укреплялся доллар, росла нефть. Также Дональд Трамп продолжает свой поход против Китая, объявляя каждый раз на пресс-конференциях, что он спросит с Китая за коронавирус. Это рынкам не нравится, волатильность возвращается. Давайте посмотрим, как отреагировал на все это наш портфель. Так, портфель сегодня практически не изменился, снизился на 3 доллара. Суммарная прибыль 1697 долларов. И посмотрим инструменты. ETF на S&P подрос на 0,33%, ETF на золото подрос на 0,36% и ETF на длинные облигации снизился на 0,48%. Таким образом, мы будем продавать сегодня ETF на золото, покупать ETF на длинные облигации США. Совершаем сделки. Золота у нас в портфеле много, поэтому будет не жалко немножко избавиться от него. Так, продать. 6 бумаг, комиссия 1 доллар, 160.31 цена закрытия, совершаем сделку. Сделка совершена, покупаем ETF на длинные облигации, тикер TLT, 5 бумаг, на 6 у нас сегодня не хватает, комиссия 1 доллар, совершаем сделку. Итак, все сделки совершены, посмотрим, как будет вести себя рынок завтра, пока что, я думаю, он развивается в рамках продолжающейся коррекции, коронавирус никуда не делся, несмотря на то, что от фармацевтических компаний и ученых поступают всевозможные новости по поводу разработки вакцин, антител и так далее. В принципе, сегодня было много новостей, но пока что неопределенность в этом плане сохраняется. На этом все, спасибо за внимание и до встречи завтра после закрытия рынка.